нахуй в кармане, шарфа в руке. Мечаки здесь в отеле на знакомом языке. Я отходил спокойно, не врятался в его. Колеса мне ручали, на небо смотрит поезда. На туна рассаял, не помыла луна. С смены не вернулась молодая жена. Вода отравится, пока свет у тебя внизу. Тебе я больше не вернусь, так на тебе не друг. Уходим, уходим, уходим. Нас нет времена почище. Смеется как зная, кстати, влага. Влаги отходят вещи. Подходим, словом, я наш лучший гибли маленький. Тележки роли и колоны прямо на груди. Мне сердце становится не мудр, слышу стук. Не свой последний танец, все равно уже без рук. Тоже так опали через тысячи лет. Парки, кошмачки, осколки монет. Где были сами звери, где нашел гаплы. Где резервы, где залез, как надо полы. Уходим, уходим, уходим. Нас убавили на почище. Место родная, усадя влага. Влаги, кто вверх ищет. Сегодня выходной день. Дома что сидеть. Так у меня дела потихонечку, конечно, тоже своих проблем хватает. Поэтому влоги не снимал, тоже что там суета. Ничего интересного в жизни не происходит. Так, дом, работа, но вот сегодня решил немножко развеяться, прогуляться. Сейчас там другу хочу помочь, надо потом покалячить, покурим, может пойдем погуляем. Какой-нибудь контент из этого, надеюсь, получится.
сейчас нахожусь в центре города, иду по Малой Конюшиной. Там был концерт небольшой в метро. Ну, короче, поехал до друга чуть развеяться, но ему там кое-что помочь надо. Потом посидим, покурим кальянчик, поболтаем. А так, что, влоги не снимал, все скучно, однообразно, так. Особо интересов нет, но вот там небольшой влог с коллегой снял после работы. Обзор на шаверму и все. Ну, может, сегодня какой-нибудь контент интересный получится, когда в центре всегда есть на что посмотреть. Ладно, сейчас иду до друга, что будет дальше, не знаю. Буду снимать рандомно. Пришел к другу в гости. Сидим, курим кальянчик. Андрюлик, да. Да, вот, зашел в гости, решили так немножко по коньячку ударить, на кальянчик покурить. По-простому отдыхаем. А потом, наверное, пойду погуляю еще. Пока. Начало такое, что будет дальше, не знаю. Секс-машин. Сидим в другом мастерской. Дошли уже до караоке. Бывает, даже про коня песенка качает. Коньяк чаем запиваю, и под минус я качаю, не чаю. И без тебя я не кончаю. Я чаю, напиваю, запиваю коньяк чаем. Минус качает. Это все мой блюз. Эй-оу, не знаю, просто так фристайлю. Коньяк чаем сбиваю. И сейчас песенку кончаю. Ну, короче, иду от друга, уже время 11:30 ночи. Я ему там немножко помог, он попросил, его с гаража выселяют, там с гаража в мастерскую. Надо было кое-какие вещи перенести. Ну и сидели в мастерской так, курили кальянчик, попивали коньячок. Так, песни немножко попели, посидели, повеселились, поболтали. Вот так неплохо провел время со своим кентом. Ну а сейчас иду домой. Так что вот такой у меня был сегодня выходной. А, еще сегодня ремонтировал, отдал стиралку на ремонт. Тоже там, блядь, на 5 рублей прилип. Так что вот так вот, одни траты. Ну, очень был рад видеть друга своего. Ну, а сейчас домой. Вот такой сегодня у меня был денечек. Пришел с работы, поспал. Потом приехал ремонтник стиральных машин, туда-сюда разобрал и забрал модуль, сказал, что там надо менять модуль, уехал, потом я поехал до друга, ну а дальше вы все видели, а сейчас иду домой, дойду до дома, да уже лягу спать, всем добра, peace.